подтвердил, что в Лаосе действовал заместитель Драгвича, Кравченко. Да. Резнов сказал, они убили столько людей, что не сосчитать. Слушай меня внимательно, Мейсон. Резнову нельзя верить, что бы он тебе ни говорил. Но он дал нам досье на Кларка. Он привел нас к Нове-6. Резнов не тот, кем кажется. Нет, нет. Он мой друг. Он помог мне бежать. Преданные, забытые, брошенные. Все братья. Забудь о Резнове. Ну же, Мейсон, у нас нет времени. Мир на пороге войны. Войны с кем? Кто ты такой вообще? Я все слышу. Эти долбанные цифры. Это сигнал, Мейсон. Числа — это сигнал. Тебе промыли мозги. Ты был в Меконге. Шел на север к комплексу Кравченко. Ты направлялся в Лаос. Лаос. Кравченко. Чертов псих распылял газ по всему Вьетнаму. Я убил его, ты понимаешь? Должен убить всех! Лаос, Мейсон! Ты шел по реке Меконг в Лаос. Джейсон Хадсон прислал тебе сообщение. Куратор. Что он сказал? Хадсон. ЦРУ сбило советский самолет с Новой 6 на борту. Он упал в Лаосе. Наш спецназ искал его. И что дальше? Опять слышу чертовы цифры! Мейсон, передача, Мейсон! Передача! Главное добраться до Новой 6, пока коммуняки не скрыли следы. Точно, пошли. Ну все, пошли. Вы спецгруппа, так? Так. Они погибли. За пулемет и не умри. Сэр. Да. М-202, Боуман, правый борт, заряжай. Мейсон, за штурвал. А что они скажут на это? Чёрзал, сочи, мотал. Три мобильных пулемета и еще один. Прижимся. Держи.
еще две лодки! Вы знаете, что делать! Еще одна министра! Пусти их тут, Вася! Это смело! А это еще кто? Давайте и вас! Должна быть последней! Давай, ребята! Пусть бегут, сволочи! Сейчас что-то будет? Прячься за здание! Вот оно, парни! Этот парень погиб. Клянусь богом, Вудс плакал, но виду не показывал. Пока ничего. Стоп. Что-то было между деревьями. Что бы там ни было, мы это упустили. У нас тут птичку сбили, как слышно. Здесь ничего. Херня. Оумен, что случилось? Здесь чисто. Да. Самолет уже близко, Мейсон. Кравченко где-то здесь. Вижу вас, Пул-10. Добро пожаловать в рай. Это Кравченко. Я чувствую. О, прости. Кравченко. Он где-то вот рядом. Я надеюсь. Они нашли самолет. Смотрите. Есть подтверждение. Эпицентр. Дела и груз раскиданы по всему периметру. Повторяю. Мейсон, направляйся к берегу. Десять, это Центурион 3. Идите за мной. Можете сесть вон там. У нас ограниченная поддержка земли. Вот ключ Кравченко, Штайнеру и Драговичу. Один сторожит лодку. Все остальные за мной. Движение. Идут прямо на вас. Движение. Центурион 4 и 5. Прикрыть воздуха. Меняй магазин! Давай, давай! Мой!
укрытие! Гутан! Поведай! Внимание, снайперы наверху! Не отступать! Вертушки ушли! У нас есть шанс! Снайпер на дереве! Снайпер на дереве! Уходи в укрытие! Снайпер на дереве! Я пустой! Быстрее надо! Подавись! В дереве! Мы под огнем! Он в моем поле тлеет! Вот они! Это последний! Вот почему вертушки ушли. Они не хотят оставлять улики. Грузом там было ново 6, не иначе. Кравченко не пошел бы на такое из-за ерунды. Чтобы добраться до фюзеляжа, придется лечь на крыло. Я первый! Эйса! Что там? Химоружие. Нова 6. Разлилось после падения. Гранатометы, Чайна Лейк. Откуда у русских наше оружие? У них должен быть план. Нови 6 конец. Но смотри, карта местности. Похоже на базу Кравченко. В глубине Лаоса. Кравченко. Он умрет. Все, Мейсон. Идем. Вон там, смотри. Боуман, бери снайперку. Мейсон, Чайна Лейк. Сотрите этих ублюдков с лица земли. Принято. Драгович, Кравченко. Мы долго ждали, Мейсон. Придется наверстывать.